Канатоходцы, эквилибристы на першах, балет, невероятное разнообразие номеров с животными. Королевский цирк – это шоу, созданное под руководством заслуженного артиста России Гия Эрадзе, который славится неординарным подходом к цирковому искусству. Каждое его представление лучше назвать спектаклем, над созданием которого трудятся артисты, имеющие высшие мировые цирковые награды. В Рязань приехало 18 фур. Это состав поезда. 115 артистов. Вся труппа состоит, совсем технический персонал. Точнее, это 115 человек. В этом коллективе колоссальное количество животных. Тигры, львы, лошади, лисы, олени, собаки, яки. В этом спектакле очень большое количество групповых номеров разного жанра. 3 часа шоу с антрактом. Во время представления зрители побывают на настоящем королевском балу, в чарующей русской зиме с оленями и русскими борзыми. В ритмах страстной Испании встретят тореадора с горделивыми яками, увидят уникальных розовых пеликанов и попугаев Ара. Изюминкой шоу станет масштабный аттракцион «Дикий мир» под руководством обладательницы международного титула принцессы цирка Людмилы Сурковой. У нас есть полет на качелях. Тигр летает со мной, без дрессировщика. То есть это непосредственно контакт с животными. Есть поцелуй, когда мы целуемся, ну, так называется, целуемся со львом. Он берет у меня мясо изо рта. Это тоже уникальный и очень опасный трюк. Есть трюк, который тоже мало кто исполняет. Это тигр на зеркальном шаре. Все номера здесь сплетены в единый спектакль. Поражает сама идея шоу, где все гармонично связано воедино. Более 2000 эксклюзивных костюмов, хрустальные люстры, мраморные колонны. В сочетании с авторской музыкой, профессиональным сценическим светом, все это помогает воссоздать атмосферу настоящего королевского дворца. Коллектив слаженный, здесь очень хорошие службы в этом составе. И светохудожник, и звуковик, и все ассистенты, лебедки, ну то есть все, что сопутствующее с цирком, с цирковыми трюками, все очень качественно. Поэтому я абсолютно спокоен. Я понимаю, что до субботы мы проведем несколько прогонов, генеральный прогон, и все будет в хорошем качестве. Премьера шоу «Королевский цирк» состоится уже 12 июня. Представления продлятся до 11 июля. Анна Герцовская, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».